компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Без особенностей вашего... Организм завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon de falar, muchas gracias de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу, например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. Исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью данного испытания. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных пломб, коронок, эмали и самих зубов. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны.
в отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Проследуйте в изоляционную камеру. Не упадите. Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов – удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи! С протоколом тестирования наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых невероятно может вами гордиться. Требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лесами, чтобы достичь изоляционной камеры. Thank you.
Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «Неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Заметьте, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. К сожалению, сообщаем, что следующее испытание непроходимо. Даже не пытайтесь искать решение. Поразительно! Вы сумели сохранить решимость и присутствие духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Еще раз повторяем предупреждение. Для успешного кинетического. Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела, а именно никак. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. А в опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Thank you.
связанных между собой портала, руководствуясь опциональным пунктом протокола тестирования, мы рады сообщить вам занимательный факт. Теперь устройство стоит дороже, чем годовой доход и внутренние органы всех жителей в городе. Учились свободно оперировать двумя порталами сразу, пришло время для очень-очень долгого испытания. Если от жажды у вас закружится голова, смело падайте в обморок. Вам ведут руку и вернут вас чувства с помощью адреналина и касторовой мази. Thank you.
протоколу тестирования, с этого момента и далее мы не имеем права произносить ложь. Когда вы уйдете, мы будем по вам скучать. Все индивидуумы, намеревающиеся посвятить себя технологии порталов с высоким уровнем гамма-излучения, должны осознавать, что они могут быть подвергнуты проверке на соответствие данной работе. Проверка на соответствие не требуется и не будет произведена. Вы идеальный объект исследования. Весьма неплохо. В центральном зале активирован призовой лифт. Экспериментальный центр заботится о физическом и психологическом здоровье участников испытаний. По завершении программы вам предложат тортик и возможность выговориться перед дипломированным сочувственным слушателем. Благодарим вас за помощь. Помощи нам помогают всем вам. Ради вашей собственной безопасности просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности. Отряда предметов может зависеть успех проведения опыта. Не уничтожайте лабораторное оборудование. Thank you.
Что у вас есть уникальная возможность пожертвовать один или несколько жизненно важных органов в фонд повышения девичьей самооценки.